Когда вот Загет поступил такой вопрос, можно ли делиться своими духовными переживаниями? Вспоминая Евангелие, Господь многим говорил, никому не говори, что делал тебе Господь. А кому ты разрешал говорить? Это то, что по-разному. Видите, если мы своими переживаниями как-то не дорожим, неблаговидно к ним относимся, то мы легко теряем главный смысл того, что мы пережили. Мы не усваиваем этот опыт. Если человек имеет какое-то духовное сокровенное переживание, для него это совершенно необычно. Он встретился с этим первый раз. Иногда хочется поделиться, но надо, чтобы все-таки это переживание укоренилось, чтобы мы его поносили в себе, чтобы мы побыли с Богом, который хочет нам что-то сказать, чтобы мы пытались усвоить этот духовный опыт глубоко, чуть-чуть его сердцем понять, принять его. Если мы легко рассказываем о том, что мы пережили, о сокровенных мыслях, особенно людям, которым это не очень близко, то мы можем спровоцировать их на ненужный цинизм или на какое-то грубоватое слово, которое нас может травмировать, или на богохульство даже, и сами этим самым согрешим, потому что другого человека спровоцируем. Если мы будем рассказывать слишком часто о своих духовных переживаниях, то тогда мы как-то привыкнем к той мысли, что мы этого как будто бы достойны. Мы этого достойны, и по-другому быть с нами не могло. И Господь нам это дал, вот особое переживание, такую особую пасхальную радость. Особое ощущение присутствия Божия. И как только мы примем такую мысль, которая со стороны может прийти, от нашей гордыни в том числе, то мы потеряем главное. Мы потеряем Божью благодать. Мы потеряем силу Божию, которая отойдет от нас, за нашу гордыню. И тогда все, что мы пережили, не станет для нас нужным, полезным. Поэтому еще раз хочу сказать, что это нужно поносить. И если это и говорить когда-то, то говорить очень осторожно, очень, очень прикровенно. Людям, которые это могут понять для нас, покажется необходимым это сказать, для того, чтобы человека подбодрить, передать свой духовный опыт. Но все же торопиться с этим не требуется, не нужно. И апостол Петр тоже говорил, что «да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Поэтому мы будем хранить всегда кротость и молчание, духовное молчание, чтобы лишнего не сказать, чтобы благовение не потерять, чтобы благодать Божию не расточить, а сохранить себе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.